что красть это плохо. Все воспитываешь? Как ты? Хорошо. У тебя жар. Деньги есть? Ты хочешь украсть? Да. Не выйдет, я потеряла кошелек в поезде. Марика. Спасибо. Способный малыш. Точно, Гейнсборо? Так трудно расстаться. Итак, вы продаете? Аптека Пенроуза. Хорошо, спасибо. Ты представляешь? Увели Остин Хинли в Кентербери. Номер запомнил? 691 ТДТ. Ампицилин. По одной таблетке каждые 4 часа. Какие познания в фармацевтике? От дедушки. Он был аптекарем? Да. И отец тоже? Отец художник. Школа мусорщиков. Слоун, Беллоуз. Хоппер. Он учил меня. Выживать стал я сам. А когда ты стал выживать? Мать умерла. Отцу пришлось иллюстрировать учебники по автоделу. Писал картину. Рабочий в механическом цехе. Настоящая живопись. Но не смог продать ее и за 10 баксов. Тогда однажды я подмалевал ее чуть-чуть. И в тот же день... Продал ее за 1000. И что ты испытывал? Гадость. Он догадался. Почему ты не бросил это? Молодость. И я не отдавал себе отчет. Я встретил одного типа, знакомый отца. Плохой художник и мошенник. Он меня обучил всем стилям. Кроме своего... И только фальшивки? Нет. Нет.
Рембрандт Ван Рейн, полагаю. Деньги с собой? Можно смотреть товар? Сто тысяч? Я должен вам 100 тысяч. В долларах или в фунтах? Что за черт? Давайте в фунтах. Рембрандт все-таки. Может, вы хотите 1 000 000 фунтов? Уго, рассчитайся с ним. Нет!